этапе, если говорить о культуре как о духовном производстве, в том числе и в образовательной деятельности, то уместно сказать, что образование реально совершается, существует в контексте развития человека от природы к культуре. А образование даже в самом общем смысле является механизмом как социального, так и культурного наследия. В свете сказанного ряд известных ученых-практиков позволили сделать весьма резкие заявления о положении дел в этой области. Цитата. «Сегодня педагог потерял свои культурные корни. Он не понимает, носителем какой культуры он является, начиная от уровня национальной культуры и кончая культурой образовательного учреждения индивидуальной культуры. Педагог сегодня вне культуры», считает Ирина Аполлоновна Колесникова, доктор педагогических наук, профессор, учитель словесности. Галина Петровна Максимова, кандидат психологических наук, доцент, в прошлом учитель математики, говорит, образование теперь полностью подчиняется тому, что хорошо известно под именем схоластики. Такое образование отличается двумя существенными моментами – рационализмом и оторванностью от реальной духовной жизни. Это никоим образом не должно нас обижать, потому что трезвый взгляд на самого себя – необходимое условие нашей работы. Конечно, школа живет не обособленной жизнью, и во многом ее положение определяется тем, что происходит вокруг нее. Так, например, калькирование социального демократизма в обществе стало чревато для школы вымыванием из нее культуры наставничества. Тем не менее, пространство отечественной культуры в школе, вроде бы, должно обживаться в первую очередь. Однако предметы центрированности уроков, давление содержания школьных учебников, затруднение учителей в самодиагностике профессиональных проблем и другие причины затрудняют эту работу. К сожалению, расширение культурного кругозора, мировоззренческая подготовка учителя как специально организованная деятельность самое запущенное, труднореализуемое и недооцениваемое направление работы спецкадрами по обеспечению их профессионального роста. Это при том, что любой урок и любая внеурочная деятельность не должны быть вне культуры. Как осваивать пространство отечественной культуры учителю в школе – это тема для отдельного и обстоятельного разговора. Но есть вопросы, которые можно и нужно задать, что называется, на ходу. И ответы на них вполне применимы для анализа. Как-то отец Константин предложил провести в школах блиц-опрос учащихся среднего и старшего звена, чтобы дети назвали хотя бы 5 великих русских святых, композиторов, художников, полководцев. По крайней мере, будет ясно, у нас уроки музыки или уроки пения, уроки изобразительного искусства или рисования, уроки литературы или изучение произведений в кратком изложении. Несомненно, важнейшим условием изучения и приятия культуры является наличие интереса учащихся не только к предмету изучения, но и к самому учителю. Учитель сегодня должен быть интереснее уже не телевизора, а интернета. Можно рассказать, например, о дуэли Пушкина и Дантеса с позиции времени, места исхода, не применув упомянуть надменных потомков. А можно открыть такую страницу. На смертном одре Александр Сергеевич исповедовался и простил своего убийцу. И не Божий ли суд через много лет настигнет благополучного карьериста Дантеса, когда его дочь, впечатлительная и одаренная Леония Шарлотта, выучит русский язык, влюбится в стихи Пушкина, бросит отцу страшное обвинение и сойдет с ума. Как сказал один из старшеклассников, так это другая история. Невежество не приходит само, а только укореняется при бездействии. Мне отрадно заметить, что в Новониколаевском районе есть организованная работа по включению в пространство отечественной культуры как учителей, так и учащихся. И как руководитель органа управления
образованием я скажу об этом буквально несколько слов. В созданном зале русской культуры на базе второй школы проводится фестиваль «Свидание с музыкой», где произведения русской классики исполняют ученики и учителя вместе. Третья школа ежегодно проводит фестиваль читателей, который в этом году пройдет в статусе зонального в основе его произведения русских классиков. Реализован муниципальный проект «Новониколаевская земля православная», продуктом которого стали документальные фильмы об истории храмов нашего района, календари, сборники статей, а второй школы разработан экскурсионный маршрут с таким же названием, который будет открыт у нас 14 ноября на дне педагогического университета в нашем районе. В прошедшем году под руководством профессора Татьяны Анатольевны Затяниной и отца Константина мы включились в уникальный и глубокий проект «Хоровой собор». 210 детей на финальном концерте вместе с учителями исполняли великие по своему замыслу и значению вокальные произведения. Пасхальный тропарь, да еще на трех языках – русском, греческом и латинском. Три школы. Спасибо. Три школы у нас, первая и вторая Куликовская, утверждены на ученом совете педуниверситета как инновационные площадки, и их тема, их направление напрямую связаны с озвученными сегодня вопросами. Это видно по их названиям. Духовно-творческое развитие человека культуры в образовательном процессе, воспитание гражданского и патриотического самосознания, обучающихся средствами музейной педагогики, психолого-педагогическая культура взаимоотношений в триаде учитель, ученик, родитель. Не хочу скатываться до перечня дел и событий, равно как и до набора методик и технологий. Но культура личности учителя – это тот фундамент, на котором строится любая педагогическая технология. Изучение произведений культуры в школе – это не только их понимание и восприятие. Именно исследованию вопроса соотношения этических и нравственных сторон в человеке Пушкин посвятил свою знаменитую трагедию «Моцарт и Сальери». Известно, что министр культуры и пропаганды Третьего Рейха Геббельс был знатоком культуры. Например, восхищался фильмом Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». Но за время господства в Германии фашистов ими так ничего и не было создано значительного ни в литературе, ни в музыке, ни в живописи. Потому что культура, которая педагогична по своей сути, которая невозможна без чувства святыни, без ощущения высоты, постигается в полном смысле тогда, когда человек, ученик, не только понимает прекрасное, но и сам творит, созидает или старается созидать, будь то тексты, рисунки, поделки, песня, танец. И здесь огромная миссия возложена на педагога дополнительного образования. И в принятой недавно концепции развития дополнительного образования до 2020 года сказано о расширении возможностей использования потенциала отечественной культуры, о поддержке и реализации проектов, направленных на просвещение детей и подростков. У академика Дмитрия Сергеевича Лихачева есть интересное размышление об экологии, об экологии биологической и экологии культурной. Убить человека может несоблюдение законов как первый, так и второй. Поэтому профессия учителя больше, чем профессия. Он стоит у истоков жизни и ее сохранности. И культура в таком контексте – это не инструмент, не повод, это сама жизнь. Спасибо. Петр Ильич, благодарю за интересный доклад и вообще за помощь в организации проведения конференции. И за такую очень глубокую, серьезную работу в образовании в нашем Новониколаевском районе.